Своих друзей, прохожих, целый мир Вика словно вспоминает по памяти. Уже несколько месяцев она практически живет в больнице. Летом у девочки держалась температура, болело горло, препараты не помогали. Когда проверили кровь, ужаснулись – лейкоз. Врачи говорят, вовремя обнаружили, шансы есть, но на лечение все равно уйдет целых 2 года. Нормально отношусь, бывает со всеми такое. Переживу. Вика – девочка сильная. Один из самых важных шагов в лечении она уже сделала – приняла болезнь. И теперь стойко переносит препараты и химию, часто в одиночестве. Папы в семье нет, а мама одна на 3 детей. И дома, и здесь разрываюсь через день, через 2, вот так вот, как, когда могу, что оставить детей, что вот один в школе, другой в садике, и с утра приезжаю. Работа в такое расписание мамы уже не входит, поэтому сейчас поддержка семье нужна как никогда. Речь идет о покупке дополнительных лекарств и элементарных вещей. Семья будет благодарна любой помощи. А Вика, в свою очередь, обещает не падать духом и обязательно выздороветь. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, наши новости.